найду на тусу потусить. Тебе ничего не светит, солнце только типа санузел. Это я, видите? Нормально мне вот так прийти на мероприятие? Я так понимаю, что они выиграли, да? Пойдемте тогда? Да, пойдемте. С номерочками, кто-то есть здесь? С номерочками, подходите сюда, девушка. Поехали уже отсюда, едем. Вчера мне приподнялся, сбег лачок волос и сказал, что это ландыши, ландыши, ландыши. Я завержена, не хотела вас обидеть. Просто так получилось. До свидания. Что вы мне даже ничего не скажете? Хочется немного потанцевать, да? Оп. Он обиделся. А он? Обида ебаная. Ой, все. Маш-милаш, понял? Шлёп, шлёп, бьёт под задницу в задницу. Всем привет! Так-так-так-так, 100 лет 100 зим с вами не виделись, и вот опять, да? И вот опять. Нормально мне вот так прийти на мероприятие? Где меня зовут? Маш-милаш, здравствуйте! Мы бы хотели пригласить вас на мероприятие. Я говорю, конечно, приду. Конечно, приду. Всё. Пойдемте. Вот, значит, мы идем на мероприятие. Меня пригласили, значит, на баскетбол. Я хотела найти мужика, но все мужики меня слили. Говорят, я в такой мороз не приду. Гоу ебаться. Значит, я решила пойти с Никой искать, так сказать, мужика прямо на месте. Заходи, Ник. Ника в чепчике очень шикарном. Ну, хоть пощупаю, да, меня? Люблю. Конечно, было бы приятнее, чтобы мужчина меня щупал. Но так тоже нормально. А как зайти? На нас зайти. Нам сказали через VIP зайти. Девочки, голые совсем. Ноги голые. Вы куда так простудитесь? Вам детей потом рожать. Ну, чего? Свитер драный у него. Ну, блядь, мама не одевает, что. Вот это мода ваша, конечно. Это вообще. Во-первых, со старшими нужно на «вы» общаться, правильно? На «вы» общаться надо со старшими. Молодежь пошла. Я просто в шоке. Это я. Видите? И тухли. У меня тухли. Смотрите, да. Сейчас пойдем там внутри мужика найдем. Заходим. Зая, они что, закончили? Ты очень хорошо выглядишь. Очень понравилась, да, игра. Так хорошо играли. Пойдем за жопку, потрогал кого-нибудь. Я хочу потрогать 10 жоп примерно. 10 жоп и можно уходить. Не то чтобы я люблю баскетбол, больше люблю жопы спортивные. Я так понимаю, что они выиграли, да? Смотри, какой огромный. Жопка у него классная. Я его трогаю, он такой... Уже две, ладно? Взяла. А в шкафу в моем была? А да. Где шкаф просто? А вы здесь кто, простите? Я уборкой занимаюсь, уборкой. А вы? А я помощник. А вы не хотите с нами поужинать поехать? А вы нас угостите? Да, им, конечно. Серьезно? Да, как вас зовут? Я Мариша. А вас? Ян. Ян, а вас? Андрей. Андрей. Мариша? Держи хуй бодрее, да? Да. Это моя подруга. Инночка. Инночка. Лина. Кстати, я только сейчас хочу потрогать за задницу еще 5 баскетболистов. Я за этим сюда и пришла, ладно? Здравствуйте, вы великолепны были. Спасибо. Вы великолепны. Ваш лук просто... Спасибо. А у вас классная жопка. Еще немного, и она была бы на уровне моих глаз. И я бы просто не смогла пройти мимо. Представляете? Да. Вы молодцы, мужики. Очень круто. Мимо не пройдете. Сфотографируемся. А у вас колено больное, да? Нет. А это видео, кстати. Кончить уже с этим. Ну, в смысле, просто сделать уже этот момент. Честно сказать, как вас зовут? Станислав. Станислав.
Вот, бога ради, вот, знаете, хочется вам сказать комплимент. Вы такой форме нереальной. Я смотрю на баскетболистов, а за жопку взять хочется именно вас, представляете? Да вы что? Можно тогда? Конечно. Ой, спасибо. Господи, ну вы просто невероятные. Станислав, ну мы пойдем. Теперь да, уж да, точно да. План выполнен. Спасибо. Ой, классно. Это как? Твой? Или мой, это... Мой. Как зовут? Марфуша. Марфуша? Да, да. Это как меня. Как меня. Понятно. Почти. Кого в честь кого назвали? А, собаку в честь меня, конечно. Я та еще сучка. Ой. Пойдемте тогда? Да, пойдемте. Кто хоть выиграл? Мы знаем. Мы не знаем. Выиграла дружба. Мирочки кто им дает? Номерочки есть, номерочки. Кто с номерочками проходит? Да это вообще. С номерочками кто-то есть здесь, с номерочками. Подходите номерочками сюда, нет. Девушка, с номерочками. Проходите сюда. С номерочками сюда, ближе, подходите, давайте. Это мне, девушка, да. Да, я вообще в театре работаю. Сегодня вот пришла на представление. Решила помочь молодым. Проходите с номерочками сюда. Господи, стоят они. Молодежь, поехали уже отсюда. Едем. Поехали. Сумку несет мою. Молодец, это мой. Его ебать сегодня будем. Забрал, я не да, знаю, иди, иди неси, твоя будет. Идет мой, жопкой ковыляет. Что смешного, говорю, я не пойму. Ну, взяли каких-то, да? Ну, они как будто на серьезном, да, ебальники? Какие-то они здесь на серьезе, они не просто, да, здесь какие-то? Бросьте сигареты, молодежь, курить вредно, здоровью вредить. Главное участие, ребят, не победа главная. И жопу берегите с молоду, хорошо? Все, до свидания. Что это у нас, Мабах, надеюсь? А, нет. А что это? За хуйня тогда? Присаживаемся, Мерседес. Ну, с моей сумочкой. Уборщикам столько не платят. Сюда, просто. Спасибо. С одной. Ладно, едем. Тогда кофе с меня, ребят. Ничего страшного. Ну, только едем мы недолго, понятно? Иначе у меня ноги, голеностопы затекут. У меня в ваш... Я с вами разговариваю, вы меня слышите? Так лучше? Голеностопы затекут. И где мы сейчас? Мы сейчас в машине. А в онлайне где? Вы сейчас в интернете. Такие интересные, так вам и не поймешь, да, где вы? Друг вокруг, знаете такую? Молодец. Друг вокруг, знаете такую социальную сетку? Нет. Какое место едем? Мы едем в Риц, там посидим в ресторанчике, в лобби-баре. В лобби-баре. Угу. Понятно, хорошо. Так и сделаем тогда. 3500 в вашем распоряжении тогда. Я надеюсь, доллар? Какой? Ты посмотри, какая наглая морда. Давай, Ян. Почему он не знает ничего? Первый раз, что ли, с тобой едет? Тоже сегодня познакомились, не пойму вообще. Да. Первый раз всегда страшно. Я так говорила мужчине одному, когда он не хотел, чтобы я его остро поняла. Я ему говорю, первый раз всегда страшно. А у тебя там вход другой, это новый. А, да что, у меня вход другой. А, у вас еще старый, да, вход? А я уже по новому входу двигаюсь. По входу и по выходу у меня везде VIP. Сейчас вам спою одну песню. Андрюша, джойстиком посмотри, машину взял сегодня в аренду, не может разобраться в ней. Ландыши, ландыши. Бэби бай чуз! Это ответ! Все, как вы хотели, это где был секрет! История секрет! Она на мне! Без ответа слышь, песни нам песни! Ландыши! Ландыши! Красиво. Где Твёрк идет? Где Твёрк? Забрались камыши. Наебались от души. Нам эти ландыши. Тебе удобно вообще сидеть, да?
Было бы удобнее, если можно было бы закинуть на плечи. Плечи надо без обуви. А это легкие туфельки. Можно вот эти две ножки вот чуть пониже. Молодец. Вот сюда, да? Да, еще пониже. Да, хорошо. Мамушка не уши сделает мне. Снять так снять, ладно. Мини-мост. Я снимаю, конечно. Ник, ты можешь тоже улететь? Что же с хуйней? Носки тоже снимать или так? Можно. А что там, нижняя парковка? Нам не надо на вниз, нам надо, мы на улице вас подождем. Хорошо. Давайте, остановитесь тут. Минуточку. Все, вот здесь нам. Обязательно. Ну, мы решили с ними поссориться, нас надо понять. Спасибо, добрый мужчина. Поссорились с мужчинами недозимым. Не будем их стропонить сегодня. И я говорю, остановите. Я на улице подожду. Хорошо, и едет. Потом я говорю, останови, я выйду здесь. Он мне говорит, ну, там, ты можешь, Маша, общайся нормально. Я говорю, останови, я выйду, у меня нет сети. Он останавливает, я открываю дверь, он начинает ехать. Пошел нахуй! Теперь мы в дорогом ресторане. Можем пойти в дорогой ресторан. Блять, на съемной машине, факты. А, ну так выглядим мы пиздец, нас могут не пустить. И вот сейчас вам покажу, вот здесь как. Красота. И сколько цветов здесь шикарных. А, вон они, блять, кринжи. Это вы нас сюда хотели, да, пригласить? Короче, идет. Ему еще не нравится все. Смешно, пиздец. Мне хочется тартар из говядины. У нас есть. Все, я здесь тогда остаюсь. С двумя мужчинами пришла, никто даже пальто с меня не снимет, понимаете? Будут стоять смотреть, конечно. Конечно, я все понимаю прекрасно. Да, здравствуйте. Можно нам, пожалуйста, вот мне тартар из говядины? Для моей подруги. Сколько он? 2000. Ох ты ж, ты посмотри, а. Ладно, хорошо, у меня премию выписали, мне 12 тысяч. Сейчас проедим ее здесь. Премия в голову ударила. Да, и рюмашка водки, которую я выпила дома. Да, спасибо. Они с нами сидят, поняла? Им хочется к нам. Ему хочется пиздеться, да? Он, скорее всего, меня знает. Они не уходят, но им охота, знаете... Ну, повыебываться и быть в сильной позиции. Но когда альфа встречает альфа, да, в сильной позиции тут и не быть. Я с другой стороны. Ой, ля красиво, да? Ой, напитки уже принесли. Напитки нам принесли. Ой, хорошо. Это вообще, посмотрите, что за роскошь у нас здесь. Еще и вот эти дали. Оп-оп, защику, да и раз. Ам. Пускай завидуют нам. А чего отказались? Какого ужина шикарного? Девушка, а можно вот нам заказать вот, вот эти печеньки отдельно, вот эти, которые были? Я могу просто еще принести вам. Давай, Лен. Шоколадные можно? Именно? Да, шоколадные. Хорошо. И можно вот 10 штук за тот столик от нас, как комплимент? Спасибо. И им кипяточку можете принести? Чайнишки, да. С лимоном. Спасибо огромное. Скажите комплименты, сами понимаете. С лимоном кипяточку просто в чайничке им. Спасибо. Ой, спасибо огромное, да. Вот наши кавалеры, мы просто с ними поссорились, хотим это загладить, так сказать. Широкой руки им кипятка с лимоном. Нет, они ничего не заказывают, они просто сидят, блядь. Они сидят и ждут, когда за них доебутся. Но будут они делать вид, что им это не надо нахуй. Комплимент от нас. Лимончик она принесла. Это от нас комплимент. А то вы сидите, ничего не едите. Я подумала заказать вам комплимент. Отдыхайте. Ничего страшного, мы кипяток оплатили. Попробуйте еще наши вот эти. Мужчины, попробуйте еще наши. Маша, вот а можете задать вопрос? Да, вот эти попробуйте, очень вкусные. Попробуйте. Меня за тобой доесть. А как хотите. Мы вот только одну попробовали, еще, ну, а эти оставили для самые вас. Самые вкусные вот такие. А нет, вопрос... эти самые вкусные. Попробуйте. А вопрос можно, да? 100 рублей будет стоить. Хорошо. Запишу. Есть такие деньги? Да, давайте. Хорошо, ну... Давайте. Пойдем. Дело в том, что у нас пожалуйста. Там подруга вот у меня здесь сидит. Она я не могу ее оставить. Минутку присесть. Сейчас я возьму свою чашку, хорошо? Да, потерпите немного. Сейчас. Ты как проконтролируешь, чтобы 100 рублей...
Только мне подруга, она спрашивает, надо проконтролировать момент со 100 рублями. Просто это важно для меня. Я сейчас подожди. Давай, на стол клади, я из рук руки не беру. 100 рублей фиксируем. Есть. Хорошо, на один вопрос вы уже оплатили, да, молодцы. Что вы подготовили? Домашнее задание. Ну-ка, давайте. Машенька. А что ты так в машинке общалась с нами? Я завержена, не хотела вас обидеть. Я заказала вам кипяток. Вы назвали меня грубиянкой за то, что я просто сказала вам, остановите мне, я выйду. А я выйду, потому что меня люди смотрят. Вы этим очень меня расстроили. И мою аудиторию. Я не сказала вам, останови мне, сука тупая. Я сказала, пожалуйста, дайте мне выйти. А вам показалось это грубым. Я абсолютно не хотела вас обидеть. Просто так получилось. До свидания. Что вы мне даже ничего не скажете? Просто взять... Ладно, ничего страшного. Я вам напишу извинения на почту. До свидания. На 100 рублей все-таки заберу мои. Вот так вот инфобизнесмены создают инфоповоды. Спасибо за вечер, как говорится. Хочется немного потанцевать, да? Оп, хочется. Надо было говорить 500. Похуй. Может быть, нашли бы, блядь, не 500 рублей. За эту грубость, которую я пережила, и слезы. А посчитайте нас, мы монетами, если что, оплачиваем. 5 рублев. Сколько там золотых? 6,30. Да уж, мы музыканты, мы хотели платить песнями. 6,350, друзья, а не 6. Это пиздец. Полпремии отдала, нахуй. Я в ахуе. И что мы тут сделали? Что мы тут поели, вы спросите, блядь? 2 бутерброда с мясом, которое даже не пожарили, назвали тартар, понимаете? Гринсенча. 950 рублей. Чай 950 рублей? Реально, блядь? Зай? Косарь, чай, блядь? Реально? Спасибо. Да, спасибо. Мы так погулять, потом вернемся. Приехали на конференцию, нам сняли такой шикарный отель. Сейчас едем в бар посмотреть, как там вообще. Да? Угу. Так красиво. Так красиво, конечно, да. Вот бы погода бы потеплей. Угу. Ну, сейчас выпьем, ладно уж. Разгорячимся, потанцуем. Сейчас потанцуем немного. Хорошо, что я в колу водки налила, да? Очень красиво, малыш. И сдаю. Хорошо, вижу. Спасибо. Свет, ни черта не видно. Паш, включи музыку, пожалуйста. Паш, как тебя зовут, Паш? Паш, как тебя зовут? Ой, ёбаный, ну, а что происходит? Это вспышка, ничего такого. Нет, для слушай, портала. Мы же не эти, как его?
как их называют? Мальчики красивые. Не-не, местных таких, которые... Эскортники? Не, извращенцы, которые вот насилуются. Нет, мы не они. ГТРП, конечно. О, ГТРП, да. Ну, слушай, и что? Ну, мало ли что, да? Ну, правильно, лучше заснять. Ага. Въебало прям с пушечкой. Спасибо. Конечно. Давай. Тебя зовут Альберт, да? Да не, Федя. Так как тебя зовут? Федя. Федя. Альберт ты или Федя? Не, Федя, Федя. Федька. Классное имя, кстати. Федуся. А, слушай, ты мне потом скинешь ссылочку? Да, где я конечно. Смогу посмотреть? В портале. Блог, портале. Да не, ну не Маш Милаш. Не, мы подумали, что Маш Милаш, но оказывается нет. Наебали. А кто это? Да Маш хуй знает. Да. А вы флешку подключили уже с музыкой? Флешку, да. Подключите, пожалуйста, флешку. Паш, ну подключи, заебал. Паш, ты заебываешь, пиздец. Можешь включить? Девчонки, как вас зовут? Инусик. Инусик? Инусик. Ну, Инна, а я Катя. Значит, не Маш. Ну ладно. А, Катя и Инусик. Да. А что это такое? Короче, вот это, девчонки. Стиль спитывай. Какой-то крутой чувак. Водитель? Водитель наш охуенный мужик. Шеф. Да, вам. Блин, а какую песню вот ты напевал? Так ее захотелось. О, как я знаю, я знаю. Которую ты напевал, когда знаю, мы подъезжали. Сисконы, ты же давай. А можно погромче, пожалуйста, девчонки хотят. На дискотеке, получишь нефть. Теперь он пьяный по твоей вине. Я царица, я царица. Земли взгляд и лед, и холод по спине. Он тоже не может тебе не раствориться. Мальчик поплыл. Мальчик папа, как он стесняется, как он стесняется. Мальчик поплыл, я в центре зала. Пусть он танцует, пока танцуется. Нет, я же говорю, Федь, проще, будь просто, и все. Просто чуть Федь, проще. Федь, немножко проще, будь. Все, я хорошо? Самый простой. Все, молодец. Подписчики, я самый простой. Все, Федюш, Федь. Давай. Федь, просто не выебывайся. А зачем ты меня звала? Зачем ты хотел поговорить со мной? Ты просто хотела... Ты хотела повыебываться на камеру перед подписчиками, что ты крутая? Во-первых, ты и есть мой подписчик, и я перед тобой сейчас выебываюсь, получается. Слушай, правильно? А давай я подпишусь тогда, ну, типа, чтобы не быть голословными. Значит. Нет, ну как бы ты уже три раза спалился, да, со своей царицей. Вот. Поэтому не душни, хорошо? Ничего не понимаю. Если ты хочешь по-доброму дружить, то не душни. Все, расслабься. Короче, я поняла, давай, поняла суть, что мои подписчики вот так себе выебывают. Я самый милый Федя. Все, Федь, давай. Все, просто не играй на камеру, я просто знаю этот стиль. Все. Ты же меня знаешь. Я знаю этот стиль, Федь. Ну да, я поэтому говорю, не играй. Что-то караоке не вижу, трэш. Зая, где караоке? Я не вижу караоку, трэш. Все ждали караоку, а тут стопроцентная караока. Прям, а где караока-то наша? Ну что, мужики, как игра? Подсниму вас. Очень круто делаете. Чего Саня опять не так? Сань, тебя зовут Саня. Я не люблю это имя. Тебя зовут Саня, мы поняли уже. Все нормально, ничего страшного. Саня так Саня, господи. Бля, спалился, что я Саня. Жесть, пиздец. Что же теперь дальше будет? Ты думаешь, я без тебя здесь не могу посидеть? Блядь, сегодня какой-то день непозитивный. Посидим здесь теперь. Попьем здесь колы. Надеюсь, за 700 рублей. Ну, вон караоке там. В целом можем пойти песню спеть. Я даже на них не газую, ты понимаешь? Они сами налетают. Понимаешь, сами налетают, как бы на дружеском, зовут куда-то, а потом начинают сразу, блядь, говнить. Хуя. Я тоже Мария, если честно. Вы меня как будто зовете. Я тоже Мария. И я каждый раз вот так. Вы тоже Мария. Садитесь, конечно. Да, я к вам. Давайте. Мария. Смотри, вот эту девушку тоже зовут. А он вам кричит, Мари, Мари, я оглядываюсь. Я оглядываюсь, я оглядываюсь. Классное имя у вас. Классно. Да. Она вообще самая просто красивая, супер. Очень красивая, очень красивая. Да. Просто пожелайте нам просто, чтобы мы всегда были вместе. Да, я тут тоже, у меня это звонок. Сейчас. Я желаю вам, чтобы всегда были вместе с Марией. Она просто она не верит в меня. Почему? Ну, то, что я буду всегда с ней, она в это не верит.
Ну поверьте, ну поверьте. Да, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Да, как у вас там прикольно в эфире. Здравствуйте, все хорошие люди. Да. Вот. Их очень интересует вопрос. Расскажите, чем вы занимаетесь? Ну так, чтобы познакомиться. Да, чем я занимаюсь? Ну так, вкратце, если это интересно. А сколько человек у нас вообще смотрит? Ну, а что? Это зависит... Это зависит от ответа. Скажите. Допустим. Ладно, так уж и быть. Ну, занимаюсь я на данный момент в строительстве. Так. Занимаемся тем, что строим дома. Ага. В Подмосковье. Интересно. Да, интересно. И большие дома строите? Вот сейчас мы сдаем 18 этажей. 18 этажей, 4 корпуса. 4 корпуса. Ничего себе. А я могу знать вашу застройщическую компанию? Можете. Да вы что? Я вам лично это скажу, но не хочу это говорить. Правильно, а ты еще рекламу бесплатную получите. Зачем это вам надо? Мне реклама не нужна. Здесь что, отдыхаете просто или что у вас? Здесь так получилось, что у нас есть друг Вадим Церковников, может кто-то его знает, забейте, пожалуйста. Забейте на него, если не знаете. Вот. На друга забьем, на него так. Вот, нет, но он не просто Вадим, он просто Церковников Вадим. Да, ничего. Он не просто Вадим Церковников, он просто Церковников Вадим. Вы можете посмотреть, кто он. Так Батька! Это вот Ватька. А вот он, посмотри на него. Ватька! Вань, иди сюда, брат, мы в прямом эфире, брат. Вать. Так, дальше что мы можем еще сказать? Давайте, задавайте вопросы, мы будем отвечать на все. Бильярдная номер один, как я понял, да? Вот это? Да. А там караочная еще. Ничего, оставь себе стакан. Ладно, ничего, все нормально. На самом деле, зовут меня Тимур, я из Владикавказа, из Осетии. Сейчас я в Москве нахожусь. Я что хочу сказать? Да. Даже если меня смотрит один человек, да. Огромный привет тебе. Какой добрый, да? Да. Тимур, ты очень добрый. Я? Да. Ну, какой я есть. Подписывайтесь, зовите всех, кто у вас есть. Мама, папа, сестра, брат, друзья, всех зовите. Я вам говорю, мы еще с ней встретимся. И у нас будет вообще очень-очень крутой контент. Владикавказ здесь есть? Владикавказ, напишите. Ау, 1000, 2000, 12 тысяч. Да что они несут? 12 тысяч человек посмотрит. Подожди, Махачкала, понятно, ты кто такая у тебя, блядь, просмотров тут. Рукой не закрывай нам. Ты кто такая? Вопрос в последнее время. Типа, я сам налью. Нет, я буду в бутылке. Я хочу как типа ты после меня, да? Нет, я хочу так. Можно ей этот новый бокал? Она после меня не пьет. Да здравствует великий осетинский народ. Ребят, всем привет еще а раз. Можете я сказать, хочу... на каком, чтобы передать как-то привет на вашем? Сказать... На нашем. Да, на нашем. Можно я одно научи скажу? Научи меня. Научу тебя. Давай. Смотрите, ребят, сейчас мы говорим на осетинском языке. Здесь рядом со мной, просто чтобы ты понимал, это блогер. Это у нее, знаешь сколько? У нее 4,5 миллиона подписчиков, брат. Подожди, даже хочешь ты попасть? Вот, ты попал. И ты попал в эфир. Вот так вот. Можешь мне сказать? Всех люблю, ценю и уважаю. Подписывайтесь, ребят. Всем добра. Просто пускай в вашей жизни все будет настолько хорошо, насколько сами себе вы этого желаете. Всех с наступающим Новым годом! Наступающим! Наступающим! Давай, брат, с Новым годом! Ура! Огонь! Всех с Новым годом! Ура! Еще раз! Да, ура! А ты можешь мне сказать, как будет по-осетински что-нибудь? Эс. Смах. Бира. Варзен. Я вас сильно люблю. Спасибо. Эс, смах, бира, варзен. Эс, смах, бира, варзен. Блин. Ты понял, что здесь творится, братан? Это не просто так, братан. Ты скоро нас увидишь на этом
Ребят, да. Я забировал уже. Начинаем бомбировать. Когда мы сейчас Ирон лапутай. Ирон чужитай. Начинаем бомбировать. Шардай бав садут. Зам касыма. Аша чизганис. Бира подписчик сатама. Подписчик тогда. Начинаем бомбировать. Валах испанани зуд. Ок, понят. Ок, понято. Понят. Все понятно. Она говорит, ребят, только из-за сети. Просто, говорит, плюсики, говорит, поставьте. Да, все, все понятно. У него, блядь, столько плюсиков. Она как Билл Гейтс, блядь. Она, я тебе реально столько плюсиков соседки. Мы же не читаем. Hello. Как дела? Как подписчики? У меня хорошо, у тебя как, лед не нужен? Возьми лед, могу заказать. Лед возьми, лед тебе говорят. Лед возьми. У лед возьми. Это кто? Он тебя обидел когда-то? Он обиделся. А, он? Да. Обида ебаная. Ой, все. Подумаешь, обида ебаная. Ну что там такого? Реально. Где-то видел. Обида ебаная. А вот он. Не, ну это он обида. Да, я поняла, смешно сказал. Обида ебаная. Вы бы его видели, блядь. Он лох. Он чморик, блядь. Все, все, хватит. Так, ну что, у тебя есть какая-то песня, может, любимая? У меня? Да. Есть «Пить с ней вино». Это Жека. Пойдем, да. Споем? Пойдем, споем. Кать, ты будешь снимать нас на видео? Кто говорит, блядь? Кто это опять говорит, нахуй? Я извиняюсь. Такая возможность Кате сегодня... Не обращаться к Кате. Вообще не обращаться. Никаким образом. Да, к Екатерине, чтобы меня тоже не снимали, я не хочу. Все, не Екатерина вас не снимает. И мы не обращаемся. И все, договорились. Все, вопросов нет, да? Все. Все, мы больно, вытащим. Все, вопросов нет. Я не защитник, как я просто прошу тоже. Вы джентльмен, мы больно. Все, вопросы. Это ебаная говорит. Давай, споем вас. Еще один. Что вы доебались до нее для понятия? Не, подожди, Тим, можно тебя на секунду? Она, блядь, снимает, что вы хотите? Что один, что второй, что с кем? У человека тоже есть своя история, она снимает и по кайфу. Отдыхай, пожалуйста, моя золотая. Все, и мы все здесь, а-ля улю. А ну, кто мы? Вот и все, и мы вместе. И мы, какая-то, счастливы. Ура, а-ля улю. Там, подписывайтесь, третий, десятый. И никто нам вообще, блядь, преград нет у нас вообще никаких. Мы идем только вперед. Вот и все. Не будет. А моя любовь живет на 20. Да. Блядь, давайте ее познакомимся. Ее 1.5 миллиона человек смотрит. Просто лайф вот такой. Просто свою жизнь, да? Да. Мама, не грусти, береги отца. Бог вас сохранит. Мама, не грусти, не грусти. Родина моя, как ты без меня, а на вершинах снег. Не такая, не такая я. Они смотрят, я как инопланетяне. Я не такая, не такая я. Себя чужой даже в своей компании. Не такая я, не такая я. Они смотрят, я как инопланетяне. Я не такая, не такая я. Я чувствую себя чужой даже в своей компании. Девушка сомневалась, да, в его верности. Ой, все. Супер. Все, ну мы поедем, у нас просто Жуковка в метро. Да. Да я тоже поеду. Пускай ваше задуманное сбудется в ближайшее время. Не тостов. Тостов от Тимура выпустим. А я думала, ты бокал на счастье разобьешь.
Блядь, а если б в глаз, блядь, попало? Да, вообще не вопрос. Вообще не вопрос. Нет, я не... Я тебя сейчас догоню. Догоню, догоню. Это пиздец. Не свидание, а мечта, да? Чуть не оказались в Осетии. Нет, как смешно, обида ебаная. Это обида ебаная. И это обида ебаная. Две обиды ебаные, вы что, приебались? Ладно, вас люблю, всех вас целую. Мы едем за машиной на баскетбол. И домой. Так и вышло. Всем доброй ночи. Всех чмовк. Чмовк. Всех чмовк. Маш-милаш, понял? Шлеп, шлеп, бьет под задницу всадницу.